Это деление начинается необычным образом. Много лет назад в Екатеринбурге я познакомился с замечательной женщиной Юлией Базильской. Она тогда отлично, она исполнитель прекрасный. Она была там центром авторской песни. Свердловский еще был, вовсе не Екатеринбург. И она спела мне песню, которую пела ее бабушка. Народную уральскую песню. Песню я, естественно, позабыл. Но то ощущение, которое возникло после этой песни, тогда заставило меня написать такую песню, посвященную ее Красницыной. Только песенку услышали твари, что однажды мне встретилась там. Вспоминаю тот край потолки в октябре, январе и июле, где завод просыпается в буре, пробуждая лесные края. Спой мне песню, Красницыной Юля, спой мне песню, Красницыной Юля, спой мне песню, Красницыной Юля, то, что бабушка пела твоя. Драгоценные уральские руды, самоцветы его хороши, но прекраснее, чем изумруды, откровение женской души. Вспоминаю тот край по дороге в октябре, феврале и июле, где завод просыпается в куре, пробуждая лесные края. Спой мне песню, Красницыной Юля, спой мне песню, Красницыной Юля, спой мне песню, Красницыной Юля, то, что бабушка пела твоя. И живу я теперь удивленный, что узнал я уравный скрик, что остался в сердце загрязненной этот чистый светлый родник. Вспоминаю тот край потолки в октябре, феврале и июле, где завод просыпается в буря, пробуждая лесные края. Спой мне песню, Красницыной Юля, спой мне песню, Красницыной Юля, спой мне песню, Красницыной Юля, то, что бабушка пела твоя.